Всем привет, друзья, с вами Лучший Китай и ВК. Сегодня у нас вот такая вот большая посылка с сайта Banggood. Спасибо Яне за предоставленный товар и, собственно, спасибо самому магазину. Давайте откроем. Здесь находится либо квадрокоптер, либо у нас здесь находится видеорегистратор. Две посылки у меня будет. Поехали. Хорошо упаковано. Это, друзья, у нас видеорегистратор и вот такая вот флешка. Флешка у нас на 16 гигабайт. Кстати, флешки рекомендую покупать только в магазинах, например, в Banggood. Ссылка будет на этот товар и на этот в описании. Почему именно в Banggood? Да потому что, если вы купите на Алиэкспрессе, флешка может быть стоить как 16, но придет вам 4 гигабайта, либо 8. Это нужно проверять специальной программой, и только тогда вы сможете себя обезопасить и качественным продуктом, собственно, и пользоваться. Так что рекомендую покупать в магазине, и там всегда придет то, что вы закажете. И, кстати, на эту флешку есть от магазина гарантия 5 лет. Все это мы можем увидеть здесь. Так, флешку обязательно протестируем, будет полный обзор на нее. И будет, собственно, полный обзор на вот такой вот регистратор. А сейчас просто мы распакуем и все посмотрим. Ну, давайте приступим. Так, есть у нас вот такой вот регистратор. Очень-очень тоненький. И есть у нас дисплей. Так, здесь наклеена защитная пленка, так что не пугайтесь, что он такой покоцанный. Нет, это защитная пленка у нас. И выглядит он вот так. Full HD Digital Recorder. И вот такая вот линза со вспышкой. Похож на какой-то фотоаппарат. Full HD 1080p. Ну и здесь либо индикаторы, либо микрофон. Ну, посмотрим в полном обзоре. Здесь тоже какая-то дырочка. Может, это микрофон, возможно, может быть, это индикаторы, ну, я точно не знаю. Здесь мини-USB, кнопки навигации, вверх-вниз, окей, меню и фото кнопка. Здесь кнопка включения, я так понимаю. И все, вот он запустился у нас. Вот такая вот земля у нас приветствует. И вот такой вот регистратор. Так. Ну, дисплей здесь, конечно же, не очень стоит, китайский язык. И батарея у нас села, нужно будет подзарядить. И давайте посмотрим комплектацию. Комплектация у нас должна быть хорошая. Это вот такой вот держатель. Присоска. Крепится все у нас вот сюда. Вот таким образом. Вот таким каким-то там образом. Это все мы рассмотрим потом. Так, есть присосочка. Есть у нас прикуриватель мини-USB, довольно длинный у нас кабель. Есть у нас, собственно, чтоб от компьютера заряжать или от блока питания. Есть вот такая вот хрень. И есть у нас макулатурка. Инструкция, как, что работает, какие-то характеристики. Индикаторы здесь показаны, ну и так далее. Собственно, все. Так, а флешка куда-то вставляется? Ага. Вот сюда вставляется флешка. Кстати, можно будет использовать вот эту. И все будет хорошо. Так, ну качество вот самой камеры мне нравится. Вот достойно, да, качество. Очень так впечатляет, что он очень тонкий. Батарея, к сожалению, не знаю. Ссылка будет в описании. Насколько она здесь, перейдете, посмотрите. Ну, ждите полного обзора. Там я вам все расскажу. Проедемся на машине и посмотрим, как он у нас записывает в разных режимах. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Спасибо большое магазину Banggood за предоставленный товар. И всем пока. Лучший Китай ВК.
Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.